Ну, некоторые берут. Как вот сейчас Dark Souls начнется, да? Давай посмотрим заставку и начнем уже играть. Эко Найт, Эко Найт, Эко Найт Бионд. Гроб, наверное, летит. Гроб или спасательная капсула. Я не знаю. Похоже на гроб. Ми? Тебе так не кажется? Айфон новый летит. Так в будущем будут айфоны доставлять. Боссман уже такой пришел один. Холодильник? Ну ладно, окей. Может, анабиозная камера для анабиоза. Мне CG, конечно, годный для PS2. Здравствуйте. А вы кто? А почему вы такая стрёмная? Привет, Петрович. From Software умеют. Я могу что сказать. У них катсцены, блядь, в каждой игре. Максимально крутые, максимально непонятные. И это здорово. Склейка, склейка, склейка. Сука, сука, сука. Ваш склейк. Какого года игра? 2001? Сейчас меню будет, сейчас напишут. Внизу там. Под названием игры. Обычно пишут. Под трейдмарком. Что-то все померли, по-моему, в катсцене. 2005? Воу! 2005 год. Вот те раз. Поздняя игра, поэтому... Хрен его знает. Ну чувей. Эконайт, бионть. Бионть. Это Dead Space без монстров. А с привидениями. Я тут это, короче, когда игру проверял, я вдруг обнаружил, что, короче, можно, знаешь, что сделать? Можно, короче, в управлении поменять. Так, во-первых, это выключу. Ненавижу вибрацию. Так, подожди. Правый рычаг смотреть. Во! На рычаг можно смотреть вниз вверх. То, что мы когда пробовали, нужно было смотреть вот на это. А теперь, короче, на стик. Не, о! Это то, что нужно как раз. Фух. Ну чё, мы готовы? Нет. Мы к этому не готовы нихера. Поехали. Читать придется. Why? Озвучка. Мне показалось, что меня кто-то зовет. По имени. Я и моя невеста Клаудия были в космическом путешествии. Внезапно произошел сильный удар. И этот ревущий звук. Наш шаттл упал на Луну.
Это все, что я помню. Я понемногу прихожу в себя. Что такое ненависть к вибрации? Но у меня такое чувство, что Клауди здесь нет. Мне не нравится, когда джойстик в руках трясется. Меня это нервирует. Так ты, блядь, сидишь весь, нервничаешь порой. Ты тут еще начинает. Иди на станцию. У меня травмы после того, как я на руле поиграл. Взял у сестры руль. Покатать какие-то гонки. Подключил его такой к столу, знаешь, привинтил. Ну там кучу всего нужно было там соединить. Педаль, хуяли. Тут внезапно это... Я его включаю в USB-порт. И тут он начинает сам крутиться. Знаешь, стресс какой у меня. Включаешь руль, он начинает сам крутиться. Такой жик, жик. И, короче, это, значит, с вибрацией с полной. У меня со стола, блядь, как все сверху, там какие-то фигурки стоят, все, блядь, посыпалось вниз. Я, блядь, парика. Остановись. Короче, жопа была. Я его сразу в тот же момент выключил и отдал сестре. Еще крест ей дал. Сказал, в этот руль вселился дьявол. Спрячь его. Привет, Лёня. Так, это хоррор, да. Вроде как. О, я вижу стену. Представляешь? Тут стена, оказывается. Так, ну а чё? Да, вот, на стик можно смотреть. Отлично. Да как пиз... выйти из игры. Это достаточно. Провода торчат из шеи. Спасибо за выбор компании Global Line. Это хоррор от создателей Dark Souls. Мы идем на посадку. Пожалуйста, пристегните ремни. У меня вопрос. А зачем стюардессе роботу сиськи? Интересный очень вопрос. Система связи, устройство безопасности. Подтвердите. Мы уже... Окей. Я могу на крестик ходить? А что это такое? Что? Ну! Ну-ну-ну! Эй! Да чего там, блядь, замок люка? Чего оно скипается? Замок люка открыт. А? Окей. Я могу боком ходить? Да, могу. На триггеры. Окей. Это Blazor, фан-сервис. Не. Кольцо обещания. Ничего не произошло. Вот Клауди ничего не произошло. А можно как-то посмотреть? Нет? Короче, у нас есть кольцо, фотография, аптечка.
Нет, это хоррор из серии «Если ты подойдешь ко мне, ты нахуй сдохнешь». Они везде. Я помню, он сидит. Все умерли. Тихо. Ты еще здесь. Уходи. Не шляйся здесь просто так. А то они найдут тебя и... Да, все умрут. И ты умрешь тоже. Окей. Обнадеживающе. Эй, принеси мне флягу. А то мне хреново. Принеси ее. Дай мне ее скорее. А иначе что? Страшный дядька. Ты меня укусишь за ляжку? О, как, блядь. И тупик. То есть туда я пройти не могу, потому что он тут сидит. Значит, фляжка где-то там? Сидушки, что ли? Какой-нибудь. Меня единственное, что немножко огорчает, то что управление не полностью сделано. То есть я могу вверх и вниз смотреть, но влево-вправо я не могу. Приходится поворачиваться. Ну, эти PS2 игры, чё? Это Анастасия. Да, я уже сказал все. Привет. Могу еще раз сказать. Привет, Анастасия. Здравствуйте. Они же меня троллят, да? Он, сука, на первом сиденье, да? И что, оно тут было с самого начала, что ты хочешь сказать? Металлическая фляга, на дне еще что-то есть. Кстати, всем привет. Да-да-да. Меня немного удивляет то, что игра абсолютно в тишине. То есть игры вообще нету по звуку. Они идут. Они везде. Тишина пугает. Наконец-то. Если я выбью это, то все исчезнут. Привет, Дон. Чат. Как жизнь? Привет, штурман. Спасибо за 100 битсов. Как жизнь, чат? А? Как жизнь у вас? У нас хорошо жизнь, у нас орден появился. Орден 1886. Я хотел еще что-то, короче, купить. Но я в последний момент передумал. Подожду, может, до Нового года. Там просто это... Как он? Там сейчас у EA распродажа такая нехеровая. Они, короче, продают в магазинах этот Mirror's Edge новый за 600 рублей на PS4. Батлу, по-моему, по 900 рублей. Mass Effect Andromeda за 600. Я что-то... Ага. Хочу
Хочется и колется одновременно. Да и, блин, в Эльдорадо нету ДНС, там заказывать нужно. Потом, блин, нахуй мне этот Mass Effect сейчас? Я с один херово играть не буду. Не, ну блин, с учетом того, что они так стоят по 1600, нормальная распродажа. Так, наконец-то, если я выпью это, то все они исчезнут. Ты уверен, что хочешь пойти туда? Уже нет. Почему редко хоррор стримы? Так нет, ничего. Привет, Артем. Остерегайся тумана. Если звука нет, можно команды включать. Я ХЗ, не надо лучше. Это атмосферная игра. Чё стойка? Какая стойка? У кого стойка? Окей. Это чё, подожди, мне надо теперь каждый угол, что ли, рассматривать? Понимаешь, да? На что нас игра, блядь, подтолкнула только что. Если фляжку в самом начале пропустили. Ядрить. Только потому, что они ее спрятали, ядрить как. Так, две дороги. А там что было? Открывается, похоже, нет энергии. Угу. Та же история. Окей. Тоже закрыто? Все закрыто? А что тогда сюда пришли? Если тут все закрыто. Я бы сказал, что Alien Isolation это подделка на эту игру. По новостям, ой, не спрашивай, то сейчас начнутся, блядь, истории прохладные на тему того, что на PS5 будет моментально, короче, на Ютубе старые игры включаться прям с графеном в 4К. Мяу. Дверь вся изогнута. А вдруг изогнута? А как, по-твоему, на корабле, на космическом должен левел дизайн выглядеть? Как в Dead Space? Все черное? Че это? Это лифт? Эй! Эй! Ну ладно. Пиксельные игры в 4К. Ты ничего не понимаешь. Соскучился. Подожди, он печатает. Ему за статью писать. Боссман журналист. Че это? Можно ссылку. Блять, понеслось ее. Вот зачем ты? Вот. Ну вот зачем ты? Зачем? Зачем ты, штурман, это на. Вот зачем? Кинь, боссман, ссылку. Привет, Фёрст. Отсек батареи открыт. Резервный генератор. Что-то из этого брать можно?
короче, тут все накрылось. Бля, неделю назад они отказались, короче, от этой технологии, а теперь, короче, они ее, да, показывают. Ну ладно. Ну ладно. Так, мы пришли отсюда, да? Пойдем посмотрим, что там. Кстати, бегать можно. Знаешь, в чем проблема? Видишь, вот это 83-84 здоровье. Короче, когда я бегаю, оно повышается. Ну, то есть, понимаешь, да? Ситуацию. То есть, от того, что я бегу, я могу умереть, да? Так, что это такое? Что это? Ящики? Окей. Нет, что? Дверь закрыта, похоже, ее нельзя открыть. Ну, ладушки. Ладушки, ладушки. Чего? Плиз, чё там? Хуиз, чё это такое? Люк для экипажа. Кажется, закрыт. Управление люком. О, люком. Изи. Нихера себе. Так. Ты что-нибудь скажешь? Прокомментируй, сука. Это что такое? Устройство радиосвязи. Сохранить. Это память. Так, это я проверял. Окей. Что уже там благодарности, короче, полетели. Спасибо за донат этой игры. Хилленхилл. Я не хочу. Там что-то будет в любом. Это посмотри. Сохранение дали. Ты понимаешь? Адам Вентура? Нахуй, нахуй! Беги! 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 А чё, страшного? У меня хп отнималось. Он их боится, блядь, до ужаса. Ты видел, у меня же пожелтело аж. Если там остался, я бы сразу сдох бы.
Сколько у него было? 140 ударов в секунду, блин, в минуту. В секунду, нихуя я выдал. Устройство управления вентиляцией, блядь, что вот это, зачем они так сделали? На панели есть кардридер. А у меня карты нету. Кто-то есть на мониторе. Это я? Нет, это не я. Кто это? Живые, что ли? Бля. Так. Ты единственный, кто выжил при крушении? Я Николай. Нет. Наверное, я Иванов. Я был Иванов. Я должен был умереть. Но я все еще здесь. Это не место для жизни. Возвращайся назад. Может, погромче сделать? Вам так не кажется? Тем погромче сделаю. А то что-то там едва вообще звук слышно. Of course! Короче. Of course! Портативная батарея, батарея для фонаря. Фонарь батарею расходует. Рация, устройство радиосвязи, похоже, не работает. Это было тем, что я использовал для связи. Но она сломалась, прежде чем я успел связаться со своей командой. Что-то, по-моему, я сделал громче, а толку от этого вообще нету никакого. Не думаю, что кто-то из них остался в живых. Я на PS3 играю. Но есть и PS2. На PS2 у нее этот только. А, АВ. Поэтому все такое и мыльное. Ты был в том шаттле? Ты был с кем-то? Здесь так много монстров. Я не видел ни одного, кто бы остался в живых. Я не знаю, может так сделать? Еще громче. Что-то у вас просто громкости даже до половины нет. Я не понимаю, с чем это связано. Так, это погромче. Звуковой потише. Хрена звуковой на максимум сейчас были. Серьезно? Вот это, наверное, орало. Многие из них могут напасть на тебя. Здесь опасно, возвращайся назад. Я не могу, там какой-то мудил стоит. Ты был в этом шатре с кем? Ну это все повторы уже пошли. Вот, блядь, дилемма-то, да? Че это за значок?
Я не знаю, мы только начали. Без понятия. Сабхайп? И год. Только что подписался Tier 3 SAP 17 месяцев подряд. 17 месяцев подряд. Спасибо, Игорь, за подписку. Если у вас есть данчичка, поставьте ее в чат и котеечку. Мяу. Мяу. Теперь кого выкинули из чата? Тебя? За что? Кто тебя выкинул из чата? Что случилось, Ромошек? Это седал 28 тысяч рублей. Кальмар какой? Котеечка! Вон он. Спасибо, Игот, еще раз. Мужик! Мужик просто, ну. Так, тут есть картридер. И чё? Зачем он? Не, ну то есть я сейчас... Ну, он всё ещё здесь. Да? Я даже в комнате с ним, блядь, не могу стоять. Ядрить просто. Ты говоришь, а чё его бояться, ну? Действительно, чё его нахуй бояться? 5 миллионов намечается. Да похоже на то. Похоже на то. А может миллионер? И... А чё он нам сказал? С кем ты прибыл? Пробегусь. С так много монстров я не видел ни одного, кто остался бы в живых. Ну, я живой. Многие из них могут напасть на тебя. Здесь опасно, возвращайся назад. Там уже все слышали. Кто был в шаттле? Ты был с кем-то? Это женщина. А, ты ее ищешь? Типа того. Я видел ее. Но я не знаю, была ли она в тот момент жива. В каком смысле? Сейчас я мертв. Мертвые не должны мешать живым. Иди, пока не расстался с жизнью. Куда я пойду-то? Назад не могу. А! Ну ок. Он решил нам пройти дать. Блять, иди еще пойди догадайся, что ему фотографию жены или кто она там показать. Надеюсь, эта хуйня не упадет.
Ты охуела, что ли? Привет, Азикур. Сика, скримаки мне тут подкидывают. Причем такие еще, знаешь, бодрые, а-ля этот... как его... В Dead Space во втором такие были. Помнишь там, когда заходишь просто в комнату, тишина, короче, и шарик лопается. Ой, сука! Сколько нервов было потрачено в этот момент. Тупо шарик лопнул. Чё это такое? Устройство безопасности что, простите? Устройство безопасности уровень 2. Кардридер виден на панели. Я так понимаю, закрыто, да? Может, он свалил. Кто его знает, блядь. Драт у тебя сохранение, это хорошо. Сохранились. Что это такое? Что за комната? Панель управления системой наблюдения. Запуск. Окей. Завод вводной фильтрации. Dead Space 1.2, Sacred 3, Ведьма. Jake the Lion купил. Норм. Я на Humble Bumble купил себе бандл от Warner Brothers. За доллар. Сука, короче, за доллар знаешь, что купил? Batman Arkham Origins, Shadow of Mordor, Scribblenauts. Unlimited. За доллар. Норм, мне показалось. Все еще двигать могу этим всем. Чем говорит, не оставляй меня. Увеличить. Деньги, денежки, жареные семечки были, да ушли, нету ни копеечки. Деньги, денежки, жареные семечки были, да ушли, нету ни копеечки. А донаты это тоже скримаки для стримера? Я ж не слышу ничего. Я ж ничего не слышу, алло. Чё я там написал? Бля, минус мораль. Ну сорян, ну я не могу, я же с консоли играю. Я как? У меня звук там и тут. Я не могу два наушника всунуть. Че ты написал? А донаты это тоже скримаки для стримера? Нет. Нет. Ну, спасибо за поддержку стрима в любом случае. Плюс мораль стримеру добра пожелал. Все. Плюс мораль сразу. Овечки, никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек. Ми-ми. What the fuck, брат? Трес. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Присал к фан.
Так, давай-ка. А тут две камеры. О. Так, уменьшить. А еще дальше можно? А есть вариант как-то быстрее крутить? Потому что очень медленно крутится. Очень медленно крутится. Что это такое? Ржавое оборудование. Стендбай мод. Нихера себе ржавое. Так, а как мне другую попробовать? Может, такая эту выбрать. Давай другую выберем. Мы должны увидеть. Там сейчас какой-то скримак подкинуть или что? Стоп. Ш-ш-ш. Блин, звук этот. А мы часом здесь не были только что. На камере монитор показывает. Стоит товарищ. Не. Чё-то пока просто камеры. Какие-то. Там велоцираптор? Там по-любому велоцираптор. Чё третья камера? Каким-то цветом другим. Безоружённо. Что за страсти, блять, в этой игре происходит? Ничего не вижу. Что это? Стой, 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 стой. Что это такое? Подходи ко мне. Don't. Не подходи. Come near me. You monster. Да, не подходи ко мне. Это зомби? Я звук слышу шагов, как зомби. Сэмпл взяли, блядь, из второго резидента. Или из первого. Чё это такое? Кровать на него охотится? Или что это? Что это такое? Кровать убийца, блядь! Это было странно. Мне показалось, что кто-то до сих пор шапкой. Прокинутое сиденье, я тебе говорю, вот. Это было оно. Сто пудов. А к чему нам это показали? Я вам к тому, что... Кто-то здесь ходил. Окей. Нам как-то должны подавать сюжет. Так до сих пор не понимаем, что здесь случилось. Что все умерли. И умерли они вообще все. Пока что мы только призраков каких-то встречали. Непонятных. Я на камерах должен искать какие-то зеленые знаки. Чё это? Ну, ок. Да? Стрим лагает. Не знаю, у меня дропов нет вроде. Может, Twitch. Без понятия. Лицинка. Пойдем дальше. Откуда мы пришли? Я уж забыл.
Это вот тут было? Блин, мне теперь стрёмно здесь ходить. Здесь что-то скамейку тащило. Страсти накаляются. Сука. Что это за скримеры? Житейские, блядь. Я дома так хожу, знаешь, какая-нибудь банка с этим, как его, с вареньем, ёпта. Начинает из нее воздух уходить. Знаешь, ночь, блядь. Ты жена, блядь, гробовая. Идешь такой на кухню водички попить, и тут внезапно... Что происходит? И такой, знаешь, в той же самой тишине, короче, ногой по кастрюле. Бум! Кастрюля, по-моему, стоит старая. Бум! Вдруг там кто-то есть. Ну нахуй. Мне страшно было. Прикинь, сейчас где-нибудь посреди, короче, и это коридора у меня выключится батарейка. А как мне узнать, сколько у меня батареи осталось? Вроде нигде не вижу, что... О. Помини черта, блядь. Не знаю, что они сделали оформление, как этот... Как Alone in the Dark. Тоже предмет берешь, он крутиться начинает. Зарядка. Тихо там. Какой странный здесь звук. Energy Area. Окей. В центр мы ходили. Окей. Что-то есть. Что это? Аварийная преграда на месте, питание выключено. Эта область сейчас закрыта. Доступ не может быть разрешен, пока питание не будет восстановлено. Ясненько. Тут есть карта? Я уже начинаю побаиваться. Карта лунной станции. Видимо, не то. А... Карта есть, да. Ну, блядь, не, ну, чё? Серьезно. Вот такая карта, да? Охуительно. Какая жопа с ручкой, блядь. Проектировала эту карту. Почему нельзя сделать классику? Квадратик там, например, нарисовать. Чтоб ты по нем ходил, блядь. Нет, Twitch стоп-кадр показывает везде. 65 смотреть. Че у вас с интернетом сегодня у всех? Так, зона закрыта, окей. Это то же самое, да? Наверное. Хотя нет, стоит на другой стороне, может, то, что, не то же самое. Эта область сейчас закрыта, доступ, да. Окей. У всех подгрузки. Twitch. Это мне кто-то в мозг сейчас постучал. Так. Долговато. Что с вами? Вы странно выглядите. Выглядишь забавным? Я здесь с тех пор, как вы ушли. А ты кто? А почему вы не пошли в мою комнату? Она же возле центрального зала.
Нам и так уже досталось. Чё? Он сказал, нам надо много наверстать. Какого хуя? Ты кто, слышь? У всех норм. Ну и ладно. Подожди. Кто ты такой? Куда ты, блядь, пошел? Карта. Слева или справа у двери есть. Давай сюда сходим. Разве можно было зайти? Так, стоп, игра, ты чё меня запутала? Подожди. Погоди. Чё происходит? А вот дверь. Что-то я ее такой не видел, двери. Что за дверь? Блять! Ты кто это? Дадли кто? Тангстон. Это еще кто, блять? Господи, как он жизнерадостный, ты смотри на него. Кстати, да, мистер Дикрайт. Я тебе привет, наверное, не сказал. Привет. Ты кто? А, вы здесь. Чувствуйте себя как дома. Ты кто? Недавно шаттл потерпел крушение. На борту было много людей. Парень, я тебя спрошу еще раз. Ты кто? Но сейчас все мертвы. Я могу управлять сам собой. Я андроид. А? Окей. У нас немножко Детройт тут начался какой-то или что-то типа того. Но я рад, что вы вернулись. Че? Заходи, говорит, в мою комнату. Видишь, какой, блядь. Обустроился, смотри, себе сделал стены какие. Разукрасил поди, небось, все. Вручную. Боброс, блядь. Предмет для рисования разбросан на столе. Почему до сих пор ромашку не поставил смайл Боброса? Что такое? Это что такое? Шприц. Шприц. Одноразовый шприц с успокоительным. Сап-хайп. Во-во-во, Прайм пошел, Прайм пошел, ты посмотри. Мэри Поппинс, если что, спасибо за подписку. Спасибо за, за несколько месяцев подряд. Ладно. Спасибо за подписку. Если у вас есть Данчичка, бросьте ее в чат. И котичку, пожалуйста. Мяв. 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 Привет. Никитка. Никитка, привет. Так, шприц с успокоительным. Видите вот эту штуку на столе? Можете взять ее с собой. А он не мог раньше мне этого сказать? Ну типа, вот там штука лежит, возьми ее. Надеюсь, она пригодится. То есть это хилка. Норм.
А что-то еще надо нам знать? Может, ты какой-то, блядь, педофил-убийца или что-то типа того? Я что-то нажал, и все исчезло. Здорово. Спасибо за подписку. То есть мы сюда пришли шприц взять? И все? У вас не было, я рисовал картину. Красивые картины. В полном одиночестве. Я не знаю, зачем я рисую картину. Я всегда их рисовал. Вы кое-что ищете, верно? Ну да, женщину. Возможно, я могу помочь вам. Заходи сюда иногда, я буду здесь ждать. Он немножко криповый. Почему он здесь нарисован, я не понимаю. Что за жуть? Сколько огонечки бегают вверх. Прикольно. Так, а что мы еще тогда пропустили здесь? Что я не понимаю. На той стороне еще дверь была. Но она, наверное, закрыта на питание, да? Так. Ну это Energy. Energy зона, да? Сюда я хотел изначально пойти. Мы пришли справа, да? С правой стороны мы пришли. Окей. У нас чат работает? Все резко замолчали. Может, Никита все сломал? Так, я вижу, что-то лежит. Сукины суки. Опять меня пугаете дешевыми скримерами. Чё пищит? Что-то мне подсказывает, что лучше записать. Я не понимаю, что за первое. Что за первая цифра? Два, ноль, четыре, год. 08. Сами цифры не показывают. Предпоследнюю. 1 или 2. Я так понимаю, да? Потому что это явно число какое-то. А, 1! Господи, я думал, не показывают. 1044. Ой, простите, я случайно. Я не специально. Система пожара. Да, блядь. Пожалуйста. Что написано? Система пожаротушения. Устаревшая модель. Окей. Вот теперь все понятно. Что здесь? Подожди. Что-то там криповенько. Следи под ноги. А что будет?
Что здесь нет? Обсерватория. Что за обсерватория? Так. О! Мы на Луне! Уху! Чё это? Закрыто. Да чтоб тебя! А я хотел по Луне погулять. Закрыто ему. Ну, похоже, у нас одна дорога, да? Отсюда, по крайней мере. Окей. Ну чё, как вам игра? В целом. Пропустил субхупи. Ну по хупе после. Ради Никитки. Никитка. У Никитка. Чё это? МА-304. Господи. Оно скипается от того, что я нажимаю влево или вправо. Указатель направления движения. Серьезно, скипается из-за того, что я влево или вправо нажимаю. Я порой пытаюсь подойти, надпись появляется, я нажимаю вперед. Потому что не знаю, в какой момент нажать. Ты чё так резко встал? И так сойдет. Блять. В эскалатор вселился дьявол. Окей. Эй, ты плохой или хороший? Порванный кабель. Или кабель. Опор. Кого-то зовет? Кого ты зовешь? Где ты? Ух ты, блядь. Здорово. Кэрол. Куда ты идешь? Кэрол? Если я включу электричество, я смогу открыть эту дверь. Кэрол, дорогая. Окей. Так, не прошел. Но надеюсь, я пройду хотя бы. Ух ты. Воу. Вот, вот мне всегда нравилось это вот у From Software. Вот для чего они это сделали? Они, по сути, могли пустую эту оставить. А они вон нахерачили. Тупо, чтобы вид был из окна красивый. Мать твою за ногу, сука, тупая падла. Я стул покрутил. Ежемесячный отчет, наверное, принадлежит одному из сотрудников. А что, можно почитать, что ли? Стали разбросаны документы. Старый ноутбук. У нас что на столе? Да, а! Да, сука, ты бесишь меня, игра. На стене висят документы, ничего не разобрать. Ну, тут реально такая тупость. А чё, можем что-то почитать еще что-то? Оу. Клаудия. Селфер, женщина.
Путешествие в космосе, шаттл, где находилась она и ее жених, потерпел крушение при посадке на Луну. Они исчезли. Она исчезла по неизвестным причинам, пока ее жених был без сознания. Что с ней случилось? Так, СВВ-105, женщина. Человекоподобный андроид, выполняющий обязанности бортпроводницы. Был поврежден во время катастрофы, непрерывно повторяет фрагмент своих запрограммированных объявлений. Дадли Такстен, мужчина. Призрак, который сидел на полу в общем зале. Кажется, он немного пришел в себя после глотка из фляги. Перед исчезновением он предупредил меня о тумане. Призрак, встреченный на мосту на заводе фильтрации воды. Его крики наполнены паникой и отчаянием. Николай Иванов, мужчина-призрак, находящийся в коридоре завода фильтрации. Он упомянул, что здесь много таких же, как он. Он предупредил, что они не все доброжелательны. Еще он видел кого-то из шаттла. Человек, находящийся в стадии в студии в центральном зале. События, произошедшие в этом месте, кажутся ему знакомым. Огромная картина с пейзажем покрывает всю комнату и изображение тех, чьи призраки были освобождены. Чего? Чьи призраки были освобождены? То есть ты типа намекаешь мне на то, что если я сейчас вернусь к нему в комнату, то там появится кто-то еще? Или мы только одного? Тот чувак с фляжкой, он же исчез, вроде как растворился. Окей. Марсель Арон, или Арон, не знаю. Призрак, сидящий напротив отеля, окна в отеле... Блядь. Призрак, сидящий напротив окна... Отстань! Окна в отделе подачи питания. Он потерял свою дочь и находится в смятении. Окей. Чё там по локациям? Нет, это я читать не особо хочу. Ну, локация, локация. Записи. След от сдвинутой скамейки. Скамейки, нет, подожди, тоже не то. А, это всё, что ли? Подожди. А что же мы за записку нашли? Подожди, стой, что происходит? Как его почитать-то? Ладно, ок. Потом, может, разберемся. Нет, Серёга, я все кнопки нажимаю. Откуда мы пришли? Оттуда? Патрион. Господи, здесь все такое какое-то однотипное, что ли, я не знаю. Что порой даже непонятно, где я был, где я не был. Ну, это норма. Для космических станций. Что-то каждый раз, как в фильмах показывают космические станции, они какие-то, блядь, все однотипные. Так, сохранение было, окей. Это не то же самое. Вестибюль обсерватории. Подожди, ну мы смотрели это или нет? Или это другая какая-то? Что можно придумать на станции? Там много чего. Те же. Цифровой дисплей на мониторе мигает цифры. 20440813, правильно? Да. Окей. Далее.
Мне даже интересно, оно будет пикать на всех? Ну, типа, где зеленая надпись была в прошлый раз? Она пикала? Камера. Чтобы, типа, привлечь мое внимание. Просто если оно будет пикать, нахер нам, короче, просматривать все камеры? Диспетчерская. Что это? Warning. Панель управления. Управление чем? Интересно. Это тут недалеко, да? Там, наверное, будет надо код ввести или что-то типа того. Интересно, будет на камерах скримота какая-нибудь? Так, это что такое? Каутюн. Осторожно. Be careful, ступени. Окей. Кто-то ходит. Чё-то нашли. Ой, там, блядь, кто-то идёт, смотри. Хорошо, Виктор. Здесь ещё должны быть хорошие батареи. Что? Я не хочу оставаться здесь один. Виктор, мой отец дал мне это перед моим первым полётом. Вот, возьми. Это защитит тебя, я обещаю. Знаешь, ты не так слаб, как думаешь. Но капитан... Презерватив. Кто там ходит? Кто это? Что это за тип? Где ты? Агрессивный пади. Сто шестьдесят пи, все совсем печально. Очевидно. Какой-то мужик кого-то ищет. Очередной мужик, который кого-то ищет. Аккумуляторная? Вот это название. Аккумуляторная. Там поди. Аккумуляторы лежат, да? Ну, окейшки. Окейшки. Там мужик. Перерыв, что ли, сделать? Где?